В этом году я полетел на Амур уже, получается, в третий раз. Первый раз был самым интересным, потому что ничего не знаешь. Клюют громадные рыбы, все очень интересно. Второй был самым тяжелым, потому что я полетел со своими знакомыми, которые хотели тоже такой же трофейной рыбалки. А как это бывает, она дается большим трудом. Ну и вот третий раз был очень спонтанный, немножко скомканный. Как обычно, я не готовился к этой поездке специально, но она произошла весьма интересно. На подлете к Хабаровску, когда смотришь из иллюминатора, ты видишь Амур, и даже с такой высоты Амур кажется громадным. Ведь это не просто река, там есть куча прилегающих заливных каких-то озер, проток. Все это выглядит как некая амазонка, русская амазонка. И вот эта вся огромная экосистема завораживает. Самолет ее отчетливо видно, и можно разглядеть там все-все-все детали. В этом году уровень на море низкий, поэтому многие водоемы были отшнурованы, и я это сразу увидел еще на подлете к Хабаровску. До места ловли нам нужно было проехать примерно 650 километров от Хабаровска. Вот это Хайс. Toyota Хайс. Один из самых практичных автомобилей на Дальнем Востоке. Приветик. Вот на нем мы сейчас поедем. Лучший автомобиль на Дальнем Востоке, который я знаю. Микроавтобус полным приводом, с хорошим движком. Очень объемный, комфортный, проходимый. Просто супер. Я помню наши предыдущие поездки. Дорога давалась очень тяжело, потому что часть ее идет по асфальту, а часть идет по грейдеру. И вот его состояние может, конечно, доставить кучу дискомфорта, особенно если вы отправляетесь на каком-нибудь стареньком автобусе. 172 километра до места. Ага. То есть мы там первые, грубо говоря, там 300 с копейками проезжаем по асфальту, да? 350. А где он кончается, 300, этот самый асфальт? Последний населенный. Серикино. Поселок Серикино. Поселок Серикино, да? Блин, ну в Комсомольске еще самолеты летают. То есть гипотетически можно улететь отсюда туда? Знаешь... Летали, сейчас там, по-моему, не летали. Да сейчас дорога стала нормальная. Раньше была плохая. Последние два года перевалы поубирали, которые были жестокие такие. Медведя много здесь? Очень много. Особенно туда, куда вы едете. А у нас ниже там его просто кишит. Его просто кишит, честно говорю, нисколько, ни грамма, ни в рот. Мы за грибами уже, за ягодами боимся ездить в лес. Серьезно? Столько медведей? Серьезно. Они по даче была, если меня вот у жены, мы в том году бросили дачу, там, 3 километра от города. Взяли вот по весне в городе, прям в центре города, дом, участок. Потому что она утром приезжает, лежанка медвежья, и пол грядки морковки нет. На даче у тебя лежанка медвежья? Конечно. То есть ты приехал к себе на дачу, а у тебя на даче сидит медведь? Он был, он уходит под утро. Ну понятно. Мы приехали на берег Амура, и там встретились с нашими организаторами. Они уже подготовили ПВХ-лодки, большие ПВХ-шки, с большими моторами, 50-ками. Ну и, собственно, уже загрузили туда все необходимое. Там были еда, палатки, в общем, все, что необходимо для примерно там 10-дневной экспедиции на там 12 человек. Здорово! Мы на месте. Это Дима. Мы готовы ловить огромную рыбу. Ну и на этих трех лодках мы, собственно, переехали на нашу первую стоянку. Она была на Амуре под огромной скалой, где мы собирались провести пару дней. Больше всего люблю всю эту суету, когда есть предчувствие, есть ожидания, но еще все не началось. Но ты чувствуешь, что ты уже в водовороте, и заднее уже не включишь, потому что эта точка невозврата, она уже пройдена. Классно? Река громадная. Говорить. И уровень воды сейчас очень низкий для этого времени. Вот хорошо заметно по берегу, где сейчас уровень воды, где он был буквально 2 недели назад, и где бывает обычно. Вот в районе этих, наверное, кустиков перед ними. То есть так прилично подупало, и обнажились косы. Вот у каждого из этих островов, у этого есть протяженные косы. Сложно сказать, хорошо это или нет, но весьма необычно. Июнь месяц на дворе. За этой скалой спрятался снежок.
My God, guide, my guide. И гад тоже. Да. Бир, бир, бир. Все такие, знаешь, из дома такие, хоба. Бир, 5 метров. Maybe, ну, 10-5. Там, чик-чик-чик. На этого медведя, блядь, Андрюха, если б ты видел. Поляки как рванули, короче, на медведя, слышишь? Фотоаппаратами, прям на него такие, медведи такие, знаешь. А медведица с двумя медвежатами. Она пришла, там тухлая рыба там у него там это была там. Ну она там что-то хлебала. Вот 7 метров. Я такой вышел и такой, а мне за людей как бы страшно, ну потому что я же ответственный товарищ. Я такой, осторожно, ребята, а такие. Потом два фотографа такие влевают. И туда за ним, прямо на него, прямо на этого медведя. Он так за околицу скакнул, так на лапу встает эта медведица. На белогрудка. Короче, история под про медведей, да. Под водочку и черную икру. Нормально? Сколько стоит икра на Амуре? У меня. Сколько стоит икра на Амуре? Нет, там. Здесь? Да. Здесь все недорого. Где еще поесть икры, кроме как не на Амуре? Там есть два вида осетровых рыб, это калуга и сибирский осетр. Они бывают очень большими, их реально очень много. То есть я своими глазами видел рыб, которые прыгают из воды. Ну, соответственно, икра практически везде продается, и, в общем, проблем никаких нет. Долго уговаривали. Без меня что-то какой-то процесс происходит. А я думаю, чего это? За открытие нового 2018 года сезона амурского. Ну, первый день всегда суматошный. Вы приезжаете, ставите палатки, кое-как размещаетесь. И лично у меня времени и сил там на рыбалку не остается. А вот следующий день, утро, уже вполне себе располагает к ловле рыбы. Люблю это время по утрам, когда лагерь просыпается. Еще ничего не понятно. Завтракаешь, пьешь кофе. Видишь, как люди убираются из своих палаток. Как река еще тихо-тихо, у тебя еще нет ни единого ветерка. Это самое приятное, наверное. Первое, что я начал делать, ловить на джиг, потому что я очень хотел поймать рыбу ауха, это такой китайский окунь, который живет в Амуре. Но тогда я еще не знал, что у аухи нереста в этот момент, и ее в таких местах уже и не найдешь. Она предпочитает глубокие песчаные косы. Но, тем не менее, я поймал на джиг несколько рыб, и начал свою амурскую историю с поимки сама килограмм на 17. Дядя Андрей, кто у тебя в руках? Сом. Наверное, Солдатова. Да? Вот так мы начали на Амуре рыбалку. Ух! Классный, да? Смотри, какой пузатенький. Да, хороший. Он, наверное, кого-то съел, мне кажется. Может, еще не нерестился? Может быть, да. В уголочке все по классике. Хороший. Семнадцать. Это я хвост еще не понял. 17. Отлично. Вот 17 и прилетело. Не, смотри, но он очень толстый. Так у него живот, смотри. Да, очень толстый сом. Жалко, если там икра будет. Эх ты мой хороший. Ловил на классический джиг, на джиголовку, с приманкой нарвал слим минул 16 сантиметров в кислоте. Сомов, надо сказать, в Амуре живет два вида, и они очень активно отличаются от наших. Они все время в поиске, прекрасно ловятся даже днем, в толще воды, атакуют спиннинговые приманки, и, в общем, их ловить очень весело. Я нашел там такую точку, где они клевали с завидным постоянством, и смог там поймать и сама Солдатова, и амурского сома, эндемика, который не бывает большим, но бывает очень красивым. Отпускай. Отпускай, лови еще одного, следующего. Зверек. Потом мы решили половить верхогляда. Рыба, которой в Амуре очень много, она составляет, наверное, главную добычу всех спиннингистов. Прекрасно ловилась на рассвете, даже до рассвета, я бы сказал. Эта рыба котлила, давала активный бой, ловилась в основном на метал-джиге. Ну, несколько рыб я поймал на вибы, на Madness 24-28-28 грамм, потому что приходилось ловить с дальним забросом. Но лучше всего зарекомендовал Madness Sheriten, багет, но не вип, а уже такой в виде метал-джига сделанный. Ловилась очень клево на 30-граммовую приманку с дальним забросом.
Здоровый! Здоровый! Рюга с почином. Я так понимаю, что это обычная рыба, я, собственно, обычная рыбалка для кабанчан. Обычные любые трофеи, вот так они ловят свою рыбу. Очень странная тварь, то есть поклевка происходит сразу после заброса. И если ты не успел сечь, а ты не успеваешь, потому что сильный боковой ветер, надувает дугу, ты чувствуешь поклевку. И вот так раз за разом нервы сдают. Ты весь на эмоциях, ничего не поделать. Даже не знаю, за что его хватать-то. Смотри аккуратно, там эти остренькие. Нормально, нормально. Дима told me that it's worst fish ever because he don't like his taste. He don't. Zander is good. Yes, yes. All people in Russia think that Zander is number one. But Dima told me Zander is, but only Karas. How it's possible? I don't know, Dima. Maybe Zander. Maybe Zander. Yes, a little bit. Yellow chick. If thank you. Maybe. Yellow chick. Yes. Andre, I have the Salmo slider in Karas color. Uh-huh, maybe yeah. We see if we can catch. But I think Dima can fry and indeed it. Don't show Dima Karas color. Сейчас клюнет, да? Подойдет карась? Придут караси. Вас ребята занимаются. Просто придут. Ну, увидите. Хорошие там будут караси. Специалисты, да, по карасям? Там хорошее место, что ли? Слушай, здесь везде хорошее место для карасей. Хабаровский край вообще отличное место для карасей, как я понимаю. Это родина? Это карасей. Родина карасей, да. Ну отсюда же завезли везде. Да, эту гадость. Эта зараза под названием карась распространяется из Хабаровска. Да, здесь ее эпицентр. К сожалению, она там у вас уже выживает, уже теряет свои свойства. Да, конечно, конечно. Вонючая не того. Того же самого, Дима. Один в один. Проточная. Черной икрой питается, что там. Да, он любит черную икру. Белуга плывет, калуга дохлая была, живот караси там. Это икру выедали. На самом деле они по 3,5 даже килограммов там. Чистого диетического мяса. Но они невкусные, здоровые. Нам нужно будет проехать часа, наверное, 2 на лодках, подняться в устье маленькой горной речки. Краткий экскурс Черемшавода. Вот это вот папоротник орляк. Веселые ботанические забавы. Вырытая земляночка такая. Ну, а здесь, собственно, нора. У каждого зимовья есть свой хозяин, которым регулярно пользуются. На, покушай муравьев, Андрей. Тут такое дело. Я только что поймал самую большую щуку в своей жизни. Это магия мура. Как бывает лещ, бывает подлещик. Я поймал поддоминенка.